Слова соболезнования и поддержки в эти минуты направлены американскому народу из разных точек земли. Накануне в одной из американских школ произошла настоящая трагедия. Во Флориде, в городе, который был признан в прошлом году самым безопасным в штате, бывший ученик устроил бойню в школе. Чтобы выманить как можно больше людей, преступник включил пожарную сигнализацию. Спецоперация по освобождению подростков длилась около полутора часов. Все это время учителя мужественно спасали детей, пряча их в шкафах. Полиции удалось задержать злоумышленника, им оказался 19-летний Николас Круз. Он учился в этой школе и был исключен из-за проблем, связанных с нарушением дисциплины. Сообщается о 17 погибших, 14 пострадавших. Трое из них находятся в критическом состоянии. Стрельба в Парклэнде стала одной из самых кровавых в истории Америки. Президент США Дональд Трамп обсудил обстоятельства трагедии с губернатором Флориды и предложил ему федеральную помощь в расследовании, а также выразил слова соболезнования семьям погибших.